16 марта, четверг, обед, продолжаем жрать. Захотелось, ребятишки, знаете, что вот, оливьешечки женечки захотелось тут, а помидорчика, да? Вот такие вот жаренки. Вспомнил я их, давно не ел, знаете, попалось мне видео в ТикТоке, свое личное, что я жрал их в ТикТоке когда-то там года полтора назад. Года полтора назад, то есть запах жаренок. Запах жаренок, что мы подложим туда. Давайте. Начнем с чего? Жаренку просто так заценим, да? Угу. Жаренка просто так. Оливье. Угу. С помидорчиком. Угу. Сало. Где мой хлеб? Ютаберы, я вас подрубил чисто так на стрим. Я его сразу удалю, а залью потом на лайв-канал видосом. Чисто для лайфа и для дзена. Оливьешечку, скучаю. Что за жизнь без оливьешечки? Не жизнь, а существование. Сало. Угу. Так, этих вертикалов вырубаем. Они не нужны. Вертикалы отдыхают пусть. Продолжаем жрать. Жаренки. К жаренкам. Давай жаренки, знаете с чем? Ребят. С чем жаренки? С чем же жаренки у нас? С чем же жаренки? Покажи на камеру, говорит, что внутри. В смысле внутри? Вот что внутри. Мясо. Вот эти жаренки, их надо пробовать, знаете, с чем? Дегустируем, вот, например. Сметана, грибы, давай. Что за сметана, грибы? Угу. Сметана, грибы. Давай с кетчупом. А с сырным? Давай с сырным. Что за жизнь с сырным? Короче, с любым соусом. Ням-ням. Соусом ням-ням. Не могу жить без майонеза, без оливье.
не могу. Хлеб очень понравился. Какой-то вот такой вот стоит. Называется ремесленный. Пшенично-ароматный. Очень понравился. Напомнил, знаете, в магните продается круглый такой. Круглый. С оливье закончили. Давайте продолжать с жаренками. Продолжаем с жаренками. Все-таки что не говори, но мне кажется, понятно, что химозы, но кишку набить можно. Не, ну пачку съешь и по-любому наешься, это я тебе гарантирую. Ну, еще сало поешь, еще помидорков поешь, еще оливье. И наешься. И по-любому наешься. А если сало с кетчупом? Вот этим чем-то он мне понравился. Астория лук со сметаной. Что-то в нем есть. Такое как бы неизведанное. Что в других нету. У меня уже насыщение. У меня еще одна икра осталась на перекус, на вечерний. Хотел ее сейчас шатануть, но потом думаю, не надо. Лучше мы вечерком ее шатаем. Если смешать все виды соусов, ну не знаю,
Давай смешаем 4. Шашлык. Ой. Кетчуп. Дальше. Астория. Сметана с грибами. Дальше. Ну и третий, давай. Вот этот. Астория, лук со сметаной. Давай, посмотрим. Вот так это выглядит. Перемешиваем. Тщательно перемешиваем. Тщательно перемешиваем. Еще тщательно перемешиваем. Здорово, здорово всем. Я сейчас уже выключаюсь, ребят, я понял. Полное видео на лайв-канале посмотрите и на Дзене. Полный стрим. Ну, получилось не знамо что. Но не стрёмно. На вкус не стрёмно. Да, Маринчик, нагулялся. Что ж, проголодался. Всем пока.